Привет. Периодически прилетают вопросы, почему нет новых видео с мотоциклом? Потому что у меня пока что нет мотоцикла. Свой джиксер я продал, его забрали весной прямо с дома. Выкатили, и на нем уехал новый его владелец. Меня немного прокатили двойкой. Как обычный смертный, оборачиваюсь в сторону проезжающей мимо меня двухколесной техники, улыбаюсь, радуюсь за людей, что кайф, они катаются, блин, мог бы и я сейчас, но пока что хожу пешком, ну или на чьих-то колесах под своей жопой катаюсь. Скучаю по тем ощущениям, которые дарил мне мод, и жду. Жду, когда будет праздник на моей улице. Дед Мороз, Санта, ну вы поняли, да? Уточню, что зависти к проезжающим мимо меня байкерам у меня нет. Я наоборот за них радуюсь, что они катаются, наслаждаются, радуются, испытывают весь букет тех положительных эмоций, получают тот кайф, который получал я во время владения мотоциклом. Не знаю, может кто-то мне не поверит или меня не поймет, что как это так? Ты идешь пешком и радуешься за тех, кто на мотоциклах мимо проносится. Но я хорошо знаком с этим чувством радости за других людей. И оно также доставляет уйму положительных эмоций и какой-то черной зависти не приносит. Нет, я завидую по-белому, завидую, что да, я тоже хочу ехать вместе с ними. Они едут, а мне тоже приятно. И вот тем, кто не верит, не знает и не понимает, что это такое, я вам искренне желаю познакомиться с этим чувством, с чувством радости за других людей. И вы поймете, что жизнь намного прекрасней, даже тогда, когда у тебя нет всего того, что ты хочешь. Всему свое время. Терпите, храните, бережно вынашивайте свои мечты, и обязательно будут наступать дни, когда все они станут сбываться. Удачи вам! Просто резко на косяк, и он у нас запутался.
Бригаде яблочком угостили, все дела, все отдали своих. Слушай, не пойму, ну что хлестает, сука, хлестает, блядь. Она, блядь, ботинки хлестает, блядь. И руками, да, тут ну, через курс, блядь, уже пробивает курс, а сам, блядь. Снимаю вас, блядь. Что ты паришь? Минск, вот, блядь. Я нормально, нахуй, не хочу тебя, блядь. В этом только... Это спортбайк? Да. Сколько едет? 200? 200? 20 точно. 200? 20. Нет. Это спортбайк, да? Да. Байк, точно. Это мотоцикл. Опять мотоцикл. Это колесо. Бип-бип, нет, бип-бип. Это аварийка. Да. Ты что, купил мотоцикл и не знаешь, где что включается? Да. Не понял, ты что, для внимания противоположного пола его купил? Я, рукоятки управления, это же хватаешься вот так.
и всего и едешь. Точно, да. Вот так. Да, 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 и поехал. И тогда все норм будет. А пассажиры куда сажать? Сюда? Пассажиры, да, ну чтобы повыше было сзади, чтобы все видно там было. Вентиляционное отверстие. Вот, вот же, да, вот, вот засасывает, а там высасывает. Жесть. Да. Все? Поехали. Заводи. Включание. Удачи желаю. Короче, я не знаю, кто это. Он следом ездит, следом за мной ходит. Я, наверное, про мотоцикл спросить. Что все вы везущие. Опять. Плохо работает. Мужик, ты что хочешь? Гордое звание. Тебе что надо? Что ты за мной? Приперся? Следом ездишь, следом ходишь за мной. И что? Ты хочешь, чтобы я про фотоаппарат тебя спросил? Вообще... Или ты про мотоцикл что-то хочешь меня спросить? А? Остальное, остальное не для камеры. Ну а почему связь тупит именно в этот день? Я остановился по телефону поговорить, а не тебя катать. Нет, друг мой, уйди, обожгешься. Ух уж эти котики. Брысь! Не, гля! Гля! Ну вообще, а? Что тебе надо? Мы не поедем с тобой кататься, друг мой. Не поедем. У меня заглушка. Ты понимаешь? Что тебе нужно? Кис-кис. А? Я понимаю, что ты хороший. Я тебя с собой.
взять. Не могу. Еще и мурчишь. Тебе нравится мотоцикл? Даже несмотря на то, что он пыльный, да? Ты хороший, хороший, но ты со мной не поедешь. Беги, беги отсюда, дружок. Давай, давай. Брысь. От. Нужно от тебя убегать. Чем-то вкусным. А? Бензином. Он что, любит бензин? На, держи твой листик, чтобы к тебе положу. А? Ты доволен? Угу. Тебе нравится в школе? Ты рад, что я тебя забираю? Угу. Залезай давай, можешь залезать. Сюда? Сейчас, прям туда. Давай, давай. Да, и ногу туда перекидывай вторую. Во! Да ты чемпион. Ну все, сейчас я, сейчас ты будешь за меня держаться. Ой, ты чудо.
помыл, не нагреб, то здесь так я было. Это... Давай, давай. Контрасте. Почем продаешь? Зарей. В рассрочку отдашь? Да, конечно. Процент. Три ореха на ведро пойдет? Плюсом. Плюсом? Да. По рукам. Если ведро так такое. Ну пойдет. Ёж. Не щелкай передачи на месте. Нет. Ладно, не буду. Забирай с собой свою бабу. Говорят, ты решил на ней жениться. Садись, поехали. Во-во-во, да. Так. Не обнимай меня. Заберите свое ружье. Если зайцев по пути встретишь, стреляй. Не, я просто облизал его. А ты всегда облизываешь ружье, когда стреляешь? Постоянно. Залезли на мой мотоцикл. Планета 5. Заебался я опять. Он отъехал. Ну так он, как обычно, уезжает домой от меня. По-английски. А время сколько? А, да только начало всего. Нормально, все хорошо. Да не трогай. Часы пришиты. Часы пришиты. Я ее за вон
Да. Да. Классная девчонка. Даже когда в доме стоит, да? Вообще супер бомба. Я смотрел даже видео, как ты его распаковал. Раз. Да. Поднимается, да? Ну да. Бросаешь все. А, не, там под ключ, а, потом ключик, да, туда. Класс, обалденно. Итак, продолжая тему манипуляций с мишурой, Новый год прошел. Я каждую зиму по нескольку раз с удовольствием завожу. Дорогие зрители, это было длинное видео. Я рад, что вы досмотрели его до конца. И вдвойне рад, если оно вам еще и понравилось. Такова была история моей сбывшейся мотомечты, которая ни разу меня не подвела. К9 600-й Suzuki Gixxer – самый лучший мотоцикл, который у меня был пока что. Надеюсь, будет еще лучше. А пока пусть сбываются ваши мечты. И да, если у кого-то стоит в гараже, занимает место, валяется на улице какой-нибудь ненужный вам мотоцикл, с радостью приеду его и заберу под какой-нибудь проект. Если он вам не нужен, занимает место, некогда заниматься, неинтересно, надоел, подарю вторую жизнь, будете наблюдать, радоваться и наслаждаться видом своего вновь ожившего мотоцикла. Но только свою технику, чужой, краденой или где-то чей-то стоящий, мне не надо. Спасибо.